בוקר טוב, שלום עליכם ורשעים הלכות פורים, ירצון שדברי תורה לנשמת כל נפטרים להסחת עם ישראל ורפואת כל ישראל ושלום בארץ ובעולם, בעזרת השם, הלכות משלוח מנות. זקוני פדרקה סבאים דרוזיאם ירוסויניקם נא פרזניק פורים, נפיסנו מגילת אסתר לעשות אותם ימים משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו. פורים דורשום ביץ, דווד נא פורים, אונס, четырнадцатого בירוסלימי, пятнадцатого это праздничные дни, и дни, когда мы посылаем подарки друг другу. Поэтому сказали мудрецы, подарки человек своему другу. Человек, который посылает мишлуах манот, должен послать минимум два вида пищи одному из своих друзей. Для чего нужно это сделать? Две причины, говорят мудрецы. Первое, когда человек дает кому-то что-то, дарит кому-то что-то, то он показывает этим свою любовь к нему, свое хорошее отношение. И также в сердце к тому, кому он послал, он также пробуждает любовь к самому к себе. Поэтому, чтобы была дружба и любовь между еврейским народом, и особенно это нужно показывать в Пурим, потому что Аман начал свой заговор, говоря, что еврейский народ, он разделенный, разбросанный по всей империи Ахашвероша. Поэтому в Пурим мы должны показать, что мы все дружные, любим и уважаем друг друга. И вторая причина, есть люди, которые они очень скромные, и на самом деле у них нечего есть, или мало что есть у них кушать, но они не будут идти и просить у людей, поэтому, чтобы у них также было достаточно еды на праздничную трапезу Пурим, мы посылаем подарки своим друзьям и остальным. Поэтому первое, Аллаха, это видение. Аллаха говорит так, обязан человек в Пурим послать два вида пищи. Два вида сваренной еды, если он знает, что они его кушают, два вида или два разных вида мяса, это мишлох матанот ишлерео. Минимум два вида пищи одному человеку. И вторая аллаха говорит, человек, который больше посылает видов еды или большему количеству людей, исполняет мицву больше, чем надо, но минимум должен послать два подарка одному человеку. Баруха Адонай Леолам. Амин. Ле амин.